Ну, я сама езжу с водителем, а вообще права имею очень много лет, и в свое время водила машину. По поводу закона о промиллях, я считаю, что это положительное решение, поскольку мы должны точно понимать, что даже в продуктах, которые, казалось бы, не содержат алкоголя, могут присутствовать определенные алкогольные дозы, в результате которых человек может быть засужен, а потом мы видим, как сильно участились преступления относительно на почве алкогольного опьянения и дорожно-транспортной трагедии. Это правильное решение вполне, и изначально не надо было менять ничего в этом законе.